Родители, чьи дети не посещают летние лагеря и не отправили их на каникулы к бабушке, в летний период могут приводить своих детей в детскую библиотеку. И не стоит думать, что это скучное развлечение. Каждый день с 2 часов дня до 5 часов вечера венспилские дети могут бесплатно играть в игры Xbox, а в среду в стенах библиотеки проходят творческие мастерские. Работники библиотеки подчеркивают, что здесь ждут детей всех возрастов. По понедельникам здесь смотрят мультфильмы. Каждый день во время летних каникул дети могут смотреть мультипликационные фильмы, играть в Xbox, участвовать в творческих мастерских. Мультфильмы мы смотрим по понедельникам, вторникам и четвергам в 12 часов дня. На Фейсбуке мы публикуем информацию о том, какой фильм будут смотреть в конкретный день, чтобы дети знали, на какой мультфильм они идут. Родители, в то время как их дети посещают занятия в библиотеке, могут почитать журналы или книги в помещениях рядом. Тем, кто хочет прийти в библиотеку, не обязательно участвовать в мероприятиях. Можно просто прийти, почитать книги, поиграть в новые настольные игры. Будет чем заняться. К нам может смело приходить любой. А какие мультфильмы вы показываете? Мы смотрим мультфильмы на латышском языке, но по желанию можем смотреть на русском, преимущественно самые новые. На втором этаже библиотеки можно выбрать свой мультфильм и после 5 часов вечера посмотреть его. Родители тем временем могут почитать что-то в библиотеке? Да, родители могут посетить библиотеку для взрослых или уйти по своим делам, а детей оставить здесь. Ну или принять участие в мастерских вместе с ними. Следующий летний киносеанс состоится уже в этот четверг. Дети будут смотреть анимационный фильм «Волки и овцы. Безумное превращение». Любая семья может посещать такие занятия абсолютно бесплатно.